Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня, как вы понимаете, у нас мукбанг, яичница с помидорами, еще добавила приправу для шашлыка, добавляешь, просто вкусно получается очень. Также взяла такой ассорти солений. Единственное, многовато уксуса они добавляют, бутерброды с кабачковой икрой. Сок с ананасом, йогурт, который остался с прошлого видео, пирожки с картошкой. Я еще, кстати, спросила у них, говорю, вы в пирожки с картошкой добавляете лук? Долго он так металась. Потом в конце сказал, нет, не добавляем, я взяла. Вроде нету. Я его не чувствую. Вот без лука очень вкусно. Мне мама всегда говорит, вот ты говоришь, готовь без лука, а без лука невкусно. Ничего подобного. Очень даже вкусно. И соленья тоже. Перчик, болгарский перец. Здесь у нас морковка. Вы знаете, о чем я бы хотела с вами поговорить? Мне бы хотелось поблагодарить вас за такое лояльное отношение к рекламе на моем канале. Как вы заметили, рекламы стало в последнее время больше. Еще впереди тоже есть рекламные проекты. Мне очень приятно, что моя аудитория с пониманием относится к этому, так как теперь монетизации с России нету, надо хотя бы брать рекламу. Я изначально, если честно, боялась осуждения. Что вот реклама и так далее. А сейчас я вижу наоборот. Люди очень даже позитивно относятся ко всему этому. И мне бы хотелось вас поблагодарить за это, за понимание. Реклама была всегда. Просто раньше я ее не брала. Была монетизация, я думала, лучше я сниму 3-4 лишних ролика, чем брать рекламу. А сейчас приходится брать. Но опять же, я беру нормальную рекламу. Мне, например, 3 дня назад писали по поводу каких-то пищевых добавок. Ну, типа, я столько кушаю, не поправляюсь. Я ем вот эти какао-бобы или что там, какие-то добавки. Ну, типа, там научно доказано, что они действительно помогают похудеть и все дела. Я сказала, что нет. Такую вещь на рекламу я взять не могу. Потому что я сама не пробовала, я не знаю, какие побочки могут быть и так далее. Люди мне поверят, пойдут, купят. А потом, не дай бог, какие-то осложнения. Поэтому я для вас выбираю только хорошую рекламу, например, Перекресток, заказ еды, Лента онлайн. Удобно, выгодно. Еще плюс мой промокод, вы еще дополнительную скидочку получаете.
То есть, посмотрев рекламу, вы только зарабатываете. Вкуснотища. К сожалению, очень много моих подписчиц пишут мне свои сообщения на пиар-аккаунт, как я говорила ранее. И потом я не вижу рекламные запросы. Я знаю, сама говорила, пишите туда. Но сейчас все начали писать только на пиар-аккаунт. Кто-то просит разобрать свою историю там. А что-то наподобие. Например, мы недавно разбирали. Поэтому мне не хочется повторяться. И уже эту историю я пропускаю, например. Или, например, задают вопросы для мукбанка. На такие вопросы я уже отвечала. И человек, например, раз 10 мне писал на основную страницу. А теперь начал подряд писать на пиар-аккаунт. Я пишу, что подобная история уже была в одном из видео. И начинается, пожалуйста, разбери мою тоже историю. И уже ты не можешь отказать. И в то же самое время не хочешь контент делать однотипным. В такие моменты действительно я не знаю, что делать. Честно, я вас всех очень сильно люблю. Но иногда меня прям даже совесть мучает из-за того, что я не могу каждому уделить должное внимание. Если я буду с каждым переписываться, например, да, просто я не буду успевать снимать новый контент. Кто-то это понимает, кто-то нет. Также насчет рекламы. Например, многим интересны все эти тонкости. Например, реклама из Азербайджана. Ее я делаю намного дешевле, чем, например, рекламу из России. В России я делаю рекламу дороже, намного. Потому что из Азербайджана у меня аудитория небольшая. А из России гораздо больше. Понятное дело, что рекламу для казахских зрителей и рекламу для азербайджанских будет по разным ценам. Казахстана у меня в аналитике много. Азербайджана не так много. Поэтому расценки там совершенно разные. Некоторые мне на пиар-аккаунт пишут: «Привет, сколько стоит реклама?» Такие вообще сообщения у меня просто остаются без ответа. Потому что я не знаю, что вы собираетесь продвигать, какая у вас аудитория, что вы хотите. Все зависит от технического задания, насколько сложное. Сколько историй вы хотите, что нужно продвигать. Например, гадалки, экстрасенсов, там, не знаю, ведьм я вообще не беру. И тут дело даже не в цене. Иногда бывает, по рекламе обращаются люди, вообще несовместимые с моим каналом. Недавно был запрос, где-то, наверное, месяц назад, реклама памперсов. У меня нету маленького ребенка. Но эта реклама максимально неуместная, на мой взгляд, моему каналу.
Мне кажется, рекламодатели сами тоже должны обращать внимание на блогера, на канал, что как, к чему потом уже предлагать. Я, конечно, могу показать там в кадре своего племянника и так далее, но, опять же, мне кажется, реклама будет максимально неуместная. То, что я снимаю для вас, Шейн, это все абсолютно безвозмездно. Все вещи я покупаю за собственные деньги. Раньше, правда, я с ними сотрудничала, у меня был свой промокод. По которому вы получали 15% скидку абсолютно на все. Даже если товар на флеш-распродаже стоит там $2, все равно вы получали на него скидку 15%. Сейчас это уже не работает, к сожалению. Но опять же, вот сейчас я ищу какой-то промокод на 15%, не могу найти. Они есть в интернете, но они ни одна не рабочая. Я вчера хотела заказать сережки, бижутерию. Я очень давно не покупала бижутерию, но видела сережки, мне не очень понравились. Еще хочу разные головные уборы для видео. Вот некоторые мне писали, что надо менять задний план. Но если даже я задний план поменяю, он у меня будет однотонным. Я не хочу, чтобы задний план он отвлекал. Я хочу, чтобы все внимание было непосредственно на мукбанке. Поэтому я хочу главный акцент сделать на себе и на еде. Возможно, задним планом я тоже займусь и что-то придумаю. Потому что здесь обои уже кое-где грязные. Но в любом случае, он будет такой невзрачный. Он не будет отвлекать. Так что вот такие идеи у меня есть. Хочу потихоньку это все воплощать в жизнь. Давайте еще один из этих десертов. Это десерт, который я таскала в школу, когда только переехала в Азербайджан. Мне все эти сладости казались такими необычными. То, что было у нас в Саратове, здесь не было. И то, что есть здесь, не было там. И вот первое, что мне понравилось, это вот такие вот десерты. Пахнет кокосом. Ой, как пахнет кокосом. Я вообще обожаю кокос. Обожаю. Этот не настолько вкусный, как этот. Может, просто я кокос люблю. Лет 7 назад эти десерты стоили 10 копеек, а сейчас они стоят 20. За 7 лет подорожало в 2 раза. Я даже, по-моему, мукбанг снимала только с этими сладостями.
Ну, так невкусно. В последнее время мне больше нравятся мукбанки, где есть и десерт, и там, не знаю, мороженое, и пирожное, и то, и другое. Так сидишь, кушаешь и... На этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.